10 самых красивых детей в мире. На первое место можно заслуженно поставить 15-летнюю француженку Тилан Блонда. Девочка в свои 15 уже успела стать лицом таких известных брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Paul Lamp, Bir P. Paul Lamp, Joe Sister, Schanel, Little Eleven P. Ares, H&M, Dolce Amp, Gabbana, Laurel Paris и Dere. На счету у малышки съемки в самых глянцевых журналах и кино. На втором месте размещается Маккензи Кристин Фой. Это милое дарование в свои 16 уже успело стать лицом многих брендов и сыграть в нескольких кассовых фильмах и сериалах, среди которых «Заклятие», «Сумерки», «Сага», «Рассвет», «Гавайи 5.0», «Интерстеллар» и так далее. На третьем месте расположилась российская модель Кристина Пименова. В свои 11 лет девочка является ведущей детской моделью в России. На международной арене ей посчастливилось участвовать в рекламе таких известных брендов, как P. Rada, Burberry, Sylvian Hitch. На четвертую позицию мы поставили Ланию Грейс, американку со смешанной кровью. 11-летняя юная леди покорила весь мир глубиной и красотой своих зеленых глаз. Лания пока не снимается в кино и не украшает своим великолепным лицом лучшие глянцевые журналы, однако ее имя уже на слуху, а известные фотографы просто без ума от работы с ней. На пятой строке нашего хит-парада оказалась девочка из Канады Элизабет Хайли. Внимательный зритель тут же подметит сходство данного юного дарования с обладательницей третьего места, россиянкой Кристиной Пименовой. Правда, у этой 11-летней красавицы еще нет столь продолжительного и успешного прошлого в модельном бизнесе, как у ее двойника из России. Однако за два последних года ей удалось покорить сердца многих зарубежных фотографов. Шестую позицию нашего чита занимает американка с малайзийскими и кавказскими корнями Лили Чи. Экзотическая внешность этой малышки не ускользнула от глаз известных фотографов Америки. За плечами Лили работа с такими известными брендами, как Ralph Lauren, Velveeta, Levi's и Nike. На седьмой ступени нашего хит-парада Aira Браун. Мы никак не могли не упомянуть эту маленькую принцессу, покорившую мир своими фото несколько лет назад. Вторым именем Айры является Барби, ведь сходство этой малышки с известной куклой просто потрясающее. Восьмая строчка чата самых красивых детей мира по праву занята российской начинающей моделью Анной Павагой. Это 6-летнее юное дарование покорило всех своей просто обворожительной улыбкой и задорной энергетикой. Она активно снимается в России в детских журналах, рекламных роликах и даже кино. Девятую позицию перечня самых красивых детей мира занимает россиянка Анастасия Безрукова. 12-летняя российская модель уже несколько лет не дает покоя европейским фотографам своим грустным взглядом. На счету у Насти работа с такими брендами, как Мушина, Бенеттон, Долорес П. Инка, Инканта, Мона Лиза, Армани, а также популярными глянцами Vogue, Bambini, Harper's Bazaar, Collezioni. Самым красивым мальчиком мира и по совместительству обладателем 10-й строчки нашего хит-парада на сегодняшний день считается Уильям Франклин Миллер. Этот австралийский парень обязан своей популярностью обычной японской девочке, которая разместила фото Уильяма у себя на странице в социальной сети. Миловидный мальчик так пришелся по душе подружкам девочки, что за считанные дни фотография облетела всю Японию и Китай. Самые красивые дети мира с серыми глазами. При просмотре всех этих фотографий понимаешь, какие же все такие чудеса случаются в нашей жизни. Такую красоту нужно беречь.